сегодня играли с командой, которая 21 год, которая имеет хороший опыт, и вы, как бы начинающий коллектив, вот что скажешь, что у вас получилось, что нет? Ну, я скажу, что ключевым таки стал этот опыт, который был у команды. Мы очень молодые, у нас, ну, нам просто не хватало где-то в создании моментов и в реализации. Там могли в пустые забивать много раз, поэтому я думаю, мы могли в теории бороться хорошо с ними, но так получилось, что чуть-чуть где-то не повезло, чуть-чуть нету того скилла, который нужен. Так получилось, 8-1. А для тех, кому уже за 30, скиллы, это что значит? Возможности. Возможности. Ну и если сравнить первый и второй тайм? Второй, конечно, лучше для нас получился. Мы там в первой половине первого тайма напускали 4, уже как-то смирились там с плохим результатом. Но во втором тайме начали хорошо, вроде бы играли от защиты, тоже могли пару раз забивать, но не повезло.